прошлого года у меня осталась календула цветы и календула само растение. В прошлом году я делала масло шалфея, но моя ошибка была в том, что я делала из свежих цветов. И хотя у меня часть стояла на солнце, можно делать солнечный мацерат, часть у меня стояла в доме. 21 день. Вообще это магическое число, 21 день. Практически все травы, настои настаиваются 21 день. И вот я сделала масло шалфея, оно у меня немножко забродило. Но, конечно, выливать мне было жалко. И я его перелила. Выглядит вот так. Видите, оно зеленоватое. Но качество изумительное. Им можно смазывать и опрелости у деток. Им можно смазывать руки на ночь. И все воспаленные участки. Замечательно работает такое масло. А сегодня я хочу показать, как можно сделать масло календулы. Я, конечно, воспользуюсь прошлогодними сборами. Это и цветы календулы, это и, посмотрите, здесь сбор всего. Это я собрала практически в декабре. Здесь есть и семена, и цветы. Что нужно сделать? Я беру банку, выкладываю в нее цветы или вот эти растения, стебли, потому что обладает все растение этими полезными свойствами. Сильно наполнять не надо. Надо, чтобы была возможность масло переворачивать. Дальше что я делаю? Я беру растительное масло, не рафинированное. Есть возможность льняное? Берите льняное, кунжутное, кукурузное. Я же беру вот подсолнечное масло наше, молдавское. И добавляю. Масло должно закрыть поверхность. Вот так. Но надо оставить место не до верху. И закрыть. Так, я заполнила одну баночку. И сейчас заполню и еще одну. Банка должна быть обязательно сухая. Добавляю масло. Почему я ставлю две банки? Ну, первая банка у меня будет солнечный мацерат. Я оставлю на солнце. Закрою плотной бумагой. И оставлю на солнце на 21 день. А можно и на подоконнике, не обязательно на улице. А вторую банку я оставлю в темном месте. Ну и посмотрим результат. Где какого цвета будет масло календулы. Так, я закрыла. Теперь задача, посмотрите, действительно солнечная. Каждый день стараться раза два его вот так повернуть. Почему? Чтобы каждый цветочек хорошо был обработан маслом. Сегодня 26 июня. Начинается эксперимент по приготовлению масла календулы. Готовьте и вы, но еще раз говорю, из свежих не стоит. Уже проверено мною. Забродит.